Армыстар, құрметті спорт телеарнасының көрермендері, BTV Women's Alpas турнирінің ширек финалдық ойындарына да келіп жеттік. Полина Кудерметова мен Ирина Шиманович арасындағы ойын. Полина Кудерметова BTV Women's 40 турнирінің жеңімпазы. Қазір оның жеңіс сериясы өте керемет, және оның қарсыласы Ирина Шиманович. Қазір жеребе тарту рәсімі өтіп жатыр. Бұл ойын бірінші кортта өтеді, және бүгін біз осы ойыннан бөлек тағы да бір ширек финал ойынын қарайтын боламыз, Захарова және Паке. Ал қазір бізде шағын ғана жарнама, одан кейін біз сіздермен қайта қауышамыз. Бәрі біздің спортшылардың жан күйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Один XB. Спорттық эмоциялардың демеушісі. Қайырлы таң, дорогие любители тенниса Казахстана. Телеканал InSport продолжает серию прямых трансляций с турнира BTV Women's 60. На улице сегодня светит яркое солнце, первый по-настоящему весенний день. И сегодня у нас наступила пора четвертьфинальных матчей. На корт вышли две замечательные теннисистки. Ирина Шиманович на наших экранах крупным планом, представляющая Белоруссию. 224 номер рейтинга WTA. 25-летняя теннисистка. И ее соперница сегодня Полина Кудерметова. Полина Кудерметова, россиянка. Совсем молодая эта теннисистка. Давайте не будем путать ее с ее знаменитой уже сестрой Вероникой, которая занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA. Ну, если будет так продолжать играть, то и Кудерметова младше, я думаю, ворвется в соточку. Сейчас она на 146-й позиции, 1164-я позиция, это, естественно, ее позиция, наверное, в парном разряде. Нет, это ее рейтинг ITF. ITF, да. ITF. Ну, WTA у нее 146 однозначно выше. И что хочется отметить, Полина уже 7 матчей к ряду не проигрывает. И все эти 7 матчей она одержала победу в Астане, в Казахстане. Я думаю, запомнит надолго. Абсолютно верно, с тобой согласен. И еще могу добавить то, что Полина проиграла всего один сет на этом турнире, вернее, даже уже на двух этих турнирах. И этот сет она проиграла не кому-нибудь, а своей подруге, партнерше по соревнованиям в парном разряде, Насте Тихоновой. И это буквально вчера случилось. Ну и еще один интересный факт. Сегодня у нас в первом четвертьфинальном матче сошлись две чемпионки предыдущего турнира BTV Women's 40. Полина Кудерметова, чемпионка в одиночном разряде, ну и, конечно же, Ирина Шиманович, напарница нашей Анны Данилиной. Итак, все идет к тому, что сегодня интереснейший супер матч нас ожидает. Спортсменки абсолютно достойны друг друга. Ну и тем подтверждение, Андрей, очные встречи. Три раза спортсменки встречались. И здесь два раза выиграла Шиманович. Да, последнюю встречу Шиманович выиграла со счетом 2-0, уверенно. Но все встречи завершились в двух партиях. Это 7-5-6-1 в Латвии, в Лиепае, на грунте. Шиманович в 21 году выиграла. Что касается единственной выигранной встречи Кудерметовой, то ей тогда было аж 16 лет. Кудерметова в Шарм эль-Шейхе 6-3-6-4. Тогда мини такая сенсация была. Ну, Ирина Шиманович начала прошлый турнир в одиночке BTV Women's 40 очень хорошо, выбив Учижиму. Но в следующей встрече, к сожалению, проиграла Георгиевске. И сейчас у нее тоже хороший путь. Две игры. В первом круге она выиграла у немецкой теннисистки Зайдель со счетом 2-0. Ну и вчера выиграла в очень упорной борьбе у Вюрт со счетом 2-1. Это был камбэк
так как первую партию Ирина Шиманович проиграла. Блестящую память демонстрирует мой друг и коллега Эльдар Аманбаев. Ну а мне остается добавить, что наша трансляция проходит при поддержке букмекерской компании 1xbet, спонсора спортивных эмоций. И на данный момент, на начало встречи, у нас следующие коэффициенты. На победу Полины Кудерметовой 1.45 и на победу Ирины Шиманович 2.6. Таким образом, очевиден фаворит сегодняшнего матча, но я думаю, ни у кого не вызывало сомнений то, что Полина Кудерметова, конечно же, является вероятным победителем сегодняшней встречи. Я уверен, что Ирина Шиманович с этим не согласна, потому что Ирина находится действительно в очень хорошей форме, она показывает очень такой добротный, содержательный теннис. Полина Кудерметова, понятно, Эльдар уже сказал, уже у нее рекорд 7 побед подряд, всего один отданный сет на турнире своей подруги Насти Тихоновой. Но у нас все готово к началу матча, и Полина начинает своей подачей. Первая подача летит в сетку. Вторым мячом подает россиянка. 15-0. Прием второй подачи сорвала Ирина Шиманович. Всего лишь 8 теннисисток остается в этом турнире. И мы сегодня с вами узнаем, кто выйдет в полуфинал. Учижима Сонмес сейчас играет на центральном корте. Открыть этого турнира, конечно же, турчанка. И сейчас посмотрим, как против первой ракетки сыграет. Учижима провалила предыдущий турнир, проиграв сразу же в первой встрече. И мне это напомнило, конечно же, ATP 500, где сразу проиграл в первой встрече Карлос Алькарас. Да, Баутиста Агуту. И выбыл с этого турнира. Нет, извините, он проиграл Давиду Гафе. Да, лаки лузер, да, я вспомнил. Потом Давид Гафен уже проиграл Роберто Баутисту Агуту. Спасибо, Андрей. Отлично у вас память. Всегда, пожалуйста, меня. Всегда рад помочь. Итак, 15-15. На центральном корте, как раз уже Эльдар сказал, у нас играет Учижима с сенсацией этого турнира. Зейнаб Санмес из Турции. И, кстати, в первом гейме 15-40 турчанка двойной брейкпоинт заработала сразу же, взяла с места карьер. Ну а у нас 15-30 пока. Ну еще пока у нас начало этой встречи, интересная информация. После вылета Кристины Младенович, вчера она не пришла на парную встречу, представляете, подставила паке француженку, и она, оказывается, уже улетела к себе домой. Таким образом, Макарова и Захарова в связи с неявкой и Младенович вышли в полуфинал турнира в парном разряде. Также вчера Настя Тихонова с Полиной Кудерметовой тоже очень быстро закончили свой матч, ты помнишь, да? То есть азиатская пара Коди Вонг и Учижима, они очень быстро снялись из-за того, что травма была у Коди Вонг. Таким образом, очень много сил сэкономили, да? Да, в парном разряде, получается, у нас есть интересная пара. Это Кубка и Куламбаева Жибек, наша казахстанская спортсменка. Надеемся, вслед за Анной Данилиной выйдут они в финал и станут триумфаторами этого турнира. Да, абсолютно верно. А пока у нас в этой встрече первый гейм выигрывает Ирина Шиманович, и начинается все с брейка 1-0. Ну вот видите, все опять же, да, наши предсказания сбываются. Интереснейший матч нам сегодня предстоит. Как я уже говорил, Ирина находится в потрясающей форме, что она нам в первом же гейме продемонстрировала. Но это самое начало игры. Теннисистки еще, так сказать, знаете, есть такой поговорка, мы входят в игру и... Вся борьба, безусловно, впереди. Выводов каких-то делать по первому гейму, конечно же, не стоит. Но, тем не менее, 1-0 впереди Ирина Шиманович. И на подаче теннисистка из Белоруссии. Блестящий прием от Полины Кудерметовой. С форхенда по линии прострелила Полина. И 0-15. Я предсказываю обратный брейк сейчас, но посмотрим, как сложится этот гейм. А
Это аут и 0.30 на подаче Шиманович. Первая подача не прошла. Длительную паузу Ирина выдерживает. Она понимает, что 0.30. Сразу же она повисла свою подачу и пытается немножечко прийти в себя после такого пропущенного удара, легенького такого нокдауна от Полины Кудерметовой. Ну вот, Ирина показывает мощью своих ударов, что... Ай! Это был аут. Это был аут, но немножечко совсем ошиблась с углом атаки Полина Кудерметова. 15.30. Не идет первая подача у Ирины пока. Долго, очень долго готовится к выполнению подачи Ирина. Сетка помогает заработать двойной брейкпоинт Полине Кудерметовой. И Полина полна решимости доказать всем телезрителям то, что произошло в первом гейме, было всего лишь недоразумением. И сейчас все должно встать на свои места. Вновь первая подача в ауте. Просто в супер форме находится Полина Кудерметова. Интересно, куда ее это заведет. Но и, конечно же, как и предсказывал ваш покорный слуга, обратный брейк случился. Полина быстренько пришла в себя и расставила все точки над «и». 1-1 на подаче Полина Кудерметова. Чемпионка BTV Women's 40 полна решимости взять второй титул. Но для этого сначала нужно выйти в полуфинал сегодня. Соперница очень серьезная у Полины. Это 30-0. Мощная атака с бэкхенда по линии. Ирина Шиманович в защите сыграть этот мяч не сумела. Браво, Полина! С начала игры показывает она разнообразие своего арсенала ударов. Только что продемонстрировала укороченный. Сработал укороченный. Хороший получился очень удар. Ирина хоть и достала его, но только смогла коснуться мяча. Не больше. 40-0. Тотальное доминирование в этом гейме Полины Кудерметовой на корте. Сорок 40-15. Очень хорошо приняла Ирина Шиманович. Мощно, глубоко, под заднюю линию. Полина Кудерметова оказалась немножко не готова к этому. 40-15. И тут же следует эйс, не сильный, но точный, косая, крученая подача уходящая. И 2-1 Полина Кудерметова повела в первом сете.
бәріміздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Қазіргі сәтте Полина Күдірметованың жеңісіне 1.10-2 коэффициент берілсе, Ирина Шимановичтің жеңісіне 3.38 коэффициент құрайды. Трансляция Бриксбет қолдауымен жүргізілуде. Ирина Шиманович доп тойынға қосады. Әзірше 2 гейм қатарынан беларусиялық теннисші ұтылып қалған. Жақсы бастап еді. Бірінші сетті брейктен 1-0, бірақ сосын артынша 1-1 қарымта брейк жасаған Полина Күдірметова одан кейін өте оңай тез әрі жылдам өзінің соққысында ұтып алған. Орыс қызы қазір қателесті. Бэкхендтен допты алаңға қабылдай алмады. Есеп 15-0. Ирина Шиманович алдыға шығып отыр. Иринаның өте бір жақсы соққысы бар екен білеміз. Бірінші соққысы ол енді Анна Данилинамен ойнаған кезде біз оны байқадық. 30-0. Қателесті Полина Күдірметова. Қателік. Және де 40-0 міне. Полина Күдірметовадан қалмаймын дейді Ирина Шиманович, және өзінің соққыларында қазір сенімді ұтып келеді. Есеп теңесуге жақын қайта. Небәрі 7-8 минуттың ішінде 4 геймді біз көрдік. Ал орталық корта өлшемі мен сонымен арасындағы әрбір геймде есеп теңге дейін барады. 40-40. Одан кейін барлығы басқалай өрбейді біздің ойынға қарағанда. Әрине, бірінші ұпайын 4-ші геймдегі Полина Күдірметова бірінші соққыны жақсы қабылдап ұтып алды. Есеп айырмасы қысқарды 2 допқа. 40-15, 2 гейм бол. Және де гейм. 2-2. Ирина Шиманович екінші мүмкіндігінен гейм бойынша есепті теңестірді. Полина Күдірметова 19 жасар ресей теннисшісі қазір доп тойынға қосады. Оның әпкесі Вероника Күдірметова өте жақсы қазір ойын көрсетуде. Әлемдік керемет жарыстарда қазір енді Индиана Уэллсте мықты-мықты деген теннисшілер. Сол Полина Күдірметованың жолын жалғастырсам ба дейді. Вероника, Полина қатарынан екінші турнирді ұтып алуға да жақын болады деп айтуға келеді. 0-15. Ирина Шиманович өте жақсы бұл жерде комбинация қолданып қарсы бағытта қарсыласын бэкхендтен ұстап алған. Иә, 5 кездесуінде 2-0 есебімен бүкіл қарсыласын ұтқан Полина Күдірметова ана аптада, және де осы BTV Women's 40 турнирін жеңіп алған. Қазір енді жартылай финалға шығу үшін Ирина Шимановичтің айласын асыру керек. Міне Winners 15-15. Ирина Шиманович бэкхендтен ұпай ұтып алса, міне қазір дәл солай Полина Күдірметова да есепті теңестірді. Және де қосарланған қателік. 15-30. Бүгін бұл бірінші қосарланған қателік болмайтыны анық. Қыздар теннисінде енді осындай жағдайлар көп. Қайтадан бұл соққы үшін қазір тіпті ескерту алуы мүмкін Полина Күдірметова. Бас төрешіден Thank you.
әлсіз бағытталған соқыны бірден Шуманович қарсыласын аймағына қайтарды. Өте керемет. Және де тағы да қазір сол жағына ойнауда. Ал бұл жерде Ирина Шуманович өзі берді ғой. Опайда. Полина Кудерметова он жаққа кетіп қалған. Ал Шуманович форхендтан қателесті. Есеп теңесті 30-30. 2-1 брейкпойнт. Ұтып алатын керемет мүмкіндік болды ғой Ирина Шумановичта. Ал керісінше қазір есеп бізде 30-30. Учижима мен Сонмез арасындағы ойында есеп 2-0. Әлем осы турнирдің бірінші ракеткасы Учижима қазір үшінші геймде брейкпойнт қарсыласына беріп отыр. Ал бізде гейм бол өте қиын гейм Полина Кудерметова үшін. Егер бірінші геймді ол оңай ұтылып қалған болса Ирина Шимановичка, екінші геймде міне 40-0 есеп минутты. Ал өзінің соққысындағы үшінші геймде де қазір есеп Полина Кудерметованың еншісінде 40-30. Екінші соққы қайтадан гейм есепке алғашу керек. Полина Кудерметова тамаша өте қиын сәттен міне жеңіспен шықты. Жеңді 3-2. Құрметті көрермендер, за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Дорогие друзья, мы вновь на корте. Итак, первый сет. 3-2. Впереди Полина Кудерметова. И готовится подавать белорусская теннисистка Ирина Шуманович. Так уж сложилось, что не можем мы показать флаги на графике этих теннисисток, но говорить нам никто ничего не запрещает. 15-0. Ирина Шуманович повела на своей подаче. Полину Кудерметова сегодня еще будет играть парный полуфинал со своей партнершей Анастасией Тихоновой. Это будет встреча на центральном корте проходить. И соперники Полины и Насти за выход в финал турнира в парном разряде будут полячка Мартина Кубка, ну и, конечно же, наша единственная надежда на этом турнире Жибек Куламбаева. В паре с Мартиной играет Жибек. И вот сегодня они очень сложный поединок будут проводить против россиянок. Будем обязательно за них болеть. Но а Ирина Шуманович тем временем вышла вперед в гейме на своей подаче со счетом 30-15. Низковатый процент попадания первым мячом пока в начале этой игры у Ирины Шуманович. Слава богу, на счете это не отражается. Опять же, пока. Но мне нравится настрой Ирины. Молодчина. Переиграла сейчас Полину Ирина Шуманович. И переиграла, и перехитрила. 40-15. Великолепный розыгрыш провели теннисистки. Нет, не попала свечка в корт. И Ирина Шуманович
сравнивает счет в первом сете, беря свою подачу. 3-3 на подаче Полины Кудерметова. Явный фаворит на победу в этом турнире, по моему мнению. Уже много мы сегодня говорили с моим коллегой Эльдаром Амадбаевым, и мы уже практически цифры все сказали, и длительная беспроигрышная серия, и всего лишь один отданный сет на этом турнире. Блестяще принимает Ирина Шиманович подачу Полины. С бэкхенда по линии просто мощнейший выстрел был у Ирины. И 0-30 на подаче Полины Кудерметовой. Полина Кудерметова қайтадан қателесті. Ендеше 3-1 брейкпойнт. Ирина Шиманович, мне 7-ші геймде қазір жоқ, бұл жерде керісінше, е? Шиманович, е? Шимановичтың соққысы аутқа кеткен екен. Ендеше кешірім өтінем, 15-30. Мен болса Ирина Шимановичке 3-1 мүмкіндік беріп қойғам, бірақ 2 мүмкіндігі бар. Жоқ, 0-40 болған, е? Мен дұрыс айттым, 0-40 және бірден геймді жапты Ирина Шиманович. Бұл брейк. Біздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Тайм. Ну что ж, Ирина Шиманович на подаче буквально несколько секунд назад сделала брейк белорусская теннисистка. 4-3 она впереди. Ну а Полина демонстрирует нам недовольство своей игрой в начале этого матча. Кстати, до начала этого матча, Андрей, мы с вами уже обсуждали, кто, какая будет игра, как она будет для теннисисток протекать. Тогда вы сказали, что Полина Кудерметова без особых проблем выиграет Шиманович со счетом 2-0. Ну и вот сейчас, если Полина Кудерметова не сделает обратный брейк, то ваш прогноз, как всегда, может не сбыться. Не, ну, может быть не сейчас, может быть через гейм Полина Кудерметова, ну, может, сделает, да, есть обратный еще, конечно, брейк, но тем не менее я верю, что борьба в первом сете у нас еще впереди. Плюс еще один прогноз был от вас, что Сон Мэс составит конкуренцию Чжимы, а там счет, Андрей, вы можете сами сказать. Счет 5-0, да, у Чжима пока ведет, но я что-то не помню свой прогноз по поводу Санмес. Конечно, да, безусловно, комплименты в адрес турецкой теннисистки, очень хороший турнир она проводит, как ты сказал, это одна из главных сенсаций этого турнира. Вот, но 0-5 пока, турчанка уступает в первом сете, а у нас 15-15. На подаче Ирины Шиманович. Уже 30-15, по-моему, сейчас графика запаздывает, да, ошибается Полина Кудерметова, и Ирина Шиманович, да, выигрывает второй мяч для себя в этом гейме. Блестяще. Мощью просто смела с корта свою соперницу Полина Кудерметова.
два мощнейших бэкхенда обратным кроссом и затем перевод в другой угол. Но Ирина Шиманович билась в защите очень хорошо. Но против такой игры Полины очень, конечно, трудно устоять. 30-30 на подаче белоруски. Двойная ошибка. Брейкпоинт у Полины Кудерметовой. И, как и хотел мой друг и коллега Эльдар Манбаев, сразу же готова сделать брейк Полина. Фу-фу-фу, боюсь я накаркать. Давайте лучше помолчим и посмотрим на подачу Ирины Шиманович. Брейк у Полины Кудерметовой. Да, с первой попытки реализует и сравнивает счет в первом сете Полина Кудерметова, расставляя все точки над «и». Ну, мне так первом кажется, сете, что еще рановато, мой друг, 4-4, это еще ничего не значит. Я говорю только о начале этого матча. Поспорю. Бывают такие моменты, особенно в турах, точнее в турнирах, где, которые проходят подряд два раза за неделю, да, за две недели, что теннисист, который выигрывает первый турнир, во втором где-то, ну, в четвертьфинале, не знаю, там, в первых кругах терпит поражение. Ну и предрекали Полина Кудерметова, что, скорее всего, она в начальных стадиях покинет турнир, но как мы видим, сейчас она достойно бьется с Ириной Шиманович, и в принципе у нее хорошо получается. Где-то нервишки шалят, но молодость, я думаю, ответ на мой вопрос. Что касается... Ой, здесь как попадает, да, Полина Кудерметова, потому что я не услышал линейного. Блестящая атака, да, просто 30-0. С бэкхенда обратным кроссом. 30-0. Ну и напомнить стоит вам, Андрей, что по этике нашей работы, по этике комментаторства, что мы не должны поддерживать одного теннисиста прям яро, как вы. Знаешь, ну, если ты говоришь о том, что я поддерживаю Ирину Шиманович, я вынужден признаться, да, я действительно немножко болею за Ирину Шиманович. Ну, что ж теперь поделаешь, все мы грешны. Тем не менее, 30-0 на подаче Полины Кудерметовой. И я думаю, что первый сет Полина заберет. Я буду сегодня на белой стороне. Если вы за Ирину Шиманович вот болеете, я буду болеть за Полину Кудерметову. К сожалению, сейчас она проигрывает. Но, учитывая счет 30-15, нужно сейчас вновь Полине делать свою работу четко, выигрывать свой... повторно показывать. Евгений, спасибо вам, режиссер сегодняшней трансляции. Женя, как всегда, знает, что показать, когда показать. Ну и сейчас вот попадание 100% в линию. 30-15, Полина Кудерметова всего лишь один раз была впереди по счету. И сейчас вот при счете 5-4 даже может в следующем гейме назло вам закрыть первый сет. 40-15 на подаче россиянки. Великолепно. С форхенда точно в угол пробивает Полина. И выходит вперед в первом сете 5-4. Мы немножечко отвлечемся на рекламу и очень скоро вернемся. Бәріміздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Құрметті көрермендер, біз бірінші алаңға ораламыз. 5-4, Полина Кудерметова. Алдыда Ресей. Жас теннисшісі, 19 жаста небәрі жасы. Сол 19 жасына қарамастан осы ITF санаттағы бірнеше турнирді ұтып алған Полина Кудерметова қазір допты қабылдайды 10-ші геймде, ал Ирина Шиманович бұл геймде жеңіске жетпесе, бізде бірінші сет аяқталады, орталық корта дәл осындай уақыт ішінде 6-1 есебімен Учижима сон мезді тас талқан етіп ұтты. 1-0. Екінші корта, үшінші корта бізде ойындар болды, болмайды. Бүгін осы екі ойын аяқталады, ширек финалдың ойындары бірінші корта. Ертең біз бүкіл ойындарды орталық алаңнан көретін боламыз. Екі жартылай финал, бір жұптықсының финалы. Және де
аптаны соңын күні бізде жекелей сынның ақтық ойыны. Ол ойынға дейін кім барады біз сәлі білмейміз. Мүмкіндіктер барлығында бірдей. Міне қазір Ирина Шиманович 10-ші геймді өте жақсы бастады. Есеп 15-0, екінші добын қазір сарапқа салады. Өте әлсіз. Сондықтан да Полина Күдірметова бірден шабуылға шыққан. Қателік. 30-0. Қателік 30-0. Ирина Шиманович осылайша жақсы үстемдікке ие болды. Қазір Иринаның басты мақсаты осы геймде есепті теңестіру. 2-1-дей брейк жасап үлгерді теннисші қыздар. Бір-біріне. Күдірметова 3 рет өзінің соққыларын ұтып алса, міне Шиманович сол 3-ші геймге де жақын ұтып алуға. Тамаша қабылдау Күдірметова. Қазір қарымта шабуылға шыққан Шиманович. Тек қана қорғаныста жүр және міне қателесті Шиманович. Алаңның орта шебіне дұрыс дер кезінде жете алмай. Осылайша Күдірметоваға бірінші ұпайларды сыйға тартты. Есеп 30-15. Сонымен болса қазір екінші сеттің бірінші геймінде 0-30 есебімен ұтылып келеді. Түрік жас қызы Зейнеп Маюка жартылай финалға керемет көңіл күймен шығу мүмкін. Айтпақшы, бұл жұптың қайтқаны келесі кезінде Маюка мен Зейнеп арасындағы жеңімпазбен ойнайды. 30-30, міне тамаша, Полина Күдірметова қайтадан өзінің үлкен шеберлігін көрсетіп, небәрі 19 жаста бұл теннисші, және қараңыздаршы қандай керемет ойын көрсетуде. Өкінішке орай бүгін Индиана Уэллсте қыздар арасындағы жарыста біздің Юлия Путинцева Мартиштен 2-1 есебімен ұтылып қалды. Және де Юлия үшін бұл жарыс аяқталды. Оның алдында Бублик Вутуньға 6-4 есебімен ұтылып, қазақстандық теннисшілерден бірінші болып осы жарысты аяқтады. Жоқ, бұл жерде геймбол Күдірметова алаңға тигізе алмады. Өте бір қиын соққы таңдаған екен бұл жерде Полина Күдірметова, және қарсыласына геймбол сыйлады. 40-30. Ирина Шиманович қателесті бірінші добынан. Белоруссиялық теннисші. Полина Күдірметова дайындалу үстінде. Қалай қабылдайды екен Полина бұл допты? Өте маңызды ұпай. Қорғаныста Шиманович және тамаша қысқартылған доп алаңын бос жағына бағыттады және есепті теңестірді. Ирина Шиманович 5-5. Қорғанысы да жақсы екен Иринаның. Ал Полина Күдірметова қандай керемет мүмкіндікті жіберіп алды. Ендіше қазір 11-ші геймде осы Полина Күдірметова допты ойынға қосады. Ирина Шиманович енді кішкене физикалық тұрғыдан Полинаға есе жіберіп отыр, бірақ дегенмен де міне қазір өте тамаша қарсыластық танытып отыр. Есептен 5-5. Жақсы бірінші соққы бұл жерде қателік емес. 15-0. Жалпы бүгінгі ойында бізде эстер саны өте аз. Эстерге қарағанда осы қосарланған қателік көп тіркеліп жатыр. Демалыс керек сияқты Ирина Шимановичке. Қайтадан тамаша соққы және есеп 30-0. Қарсы бағытта қарсыласын ұстап алған Полина Күдірметова өзінің бірінші соққысы арқасында өте керемет үстемдікке ие. 30-0. Есеп айырмасы қысқарды. Дәл Полинаның аяғына тасталған допты Күдірметова қарсылас алаңына бағыттай алмады, қайтара алмады. Осылайша есеп айырмасы қысқарды және Ирина Шиманович бірінші допты ұтып алды.
Екінші домымен ойнайды қазір Полина. 30-15 есеп. Аут. Бұл жерде есептен есті. 30-30. Жоқ, алаңға тиген жоқ бұл доп. Бізге барлығы көрініп тұр. Бас төрешіге шағым айтын қажеті де жоқ. Бұл жерде тек қана өзің кінәлеу керек Полина Кудрметова. Есептен есті. Енді келесі допты Ирина Шиманович ұтып алса, онда ол жасырылған сет болды. Болады. Әзірше 30-30. Бірінші соққы керек, міне, бұл жерде жоқ. Бірінші соққысымен алаңға бағыттай алмады, бірақ бұл жерде менің ойымша доп негізі тиген сияқты. Бірақ бас төреші тоқтатты ойын сәтін. Ендеше екінші соққы. Попс. Жоқ, бұл жерде бірінші кезекте торға тиіп кеткен екен. Енді екінші соққы. Жерде Ирина Шиманович қателесіп отыр. Міне, бірінші рет, Ирина Шиманович осындай бір өрескел қателік жіберді. 11-ші геймде. Геймбол. Полина Кудрметова тағы да үшінші рет осы сетте есеп бойынша алдыға шығуға дайын сияқты. Жоқ, жоқ. Дюс. Есептен. Жалғасады бұл ойын сәті. Мына жерде негізі эйс деп ойлаған, негізі аут деп ойлаған Полина Кудрметова алайды, алайда бас төреші қайтадан бірінші соққыны ойнатсын деген пәрмен берген. Негізі таза, таза ұтылған доп еді. Бұл енді бейне бақылаудан біз байқай аламыз. Бейне бақылау қарап жатқан кезде есеп бізде өзгерді. Геймбол. Полина Кудрметова тағы да есеп бойынша басымдылыққа ие болды. Дәл солай. Екінші геймбол. Доп. Аутқа кетті. Жоқ едік. Бұл жерде қателік тіркелді. Полина Кудрметова тағы доп тойыма қосады. Және де қателесті Ирина Шиманович. 6-5, құрметті көрермендер. Полина Кудрметова жоқ дегенде өзіне тайбрейк сыйлап отыр. Ал сол тайбрейкке жету үшін Ирина Шиманович 10-ші геймді ұтуы қажет. Итак, к кульминации подходит первый сет. 6-5. Полина Кудрметова впереди. Ирина Шиманович первой вышла на свою исходную позицию, потому что сейчас будет подавать белорусская теннисистка. Небольшое психологическое преимущество у Полины, потому что у Ирины Шиманович в этом гейме шансов на ошибку нет. Обязана забирать свою подачу Ирина Шиманович, чтобы перевести первый сет на тайбрейк. Но Полина Кудрметова с этим абсолютно не согласна. Включила она повышенную передачу. И со старта гейма на подаче Ирины ушла вперед. 0-15 на подаче Шиманович. Сейчас весь вопрос, справится ли Ирина Шиманович вот с этим давлением. Это сейчас проверка на крепость нервов Ирины. Полина очень мощно заиграла, но вот и ошиблась сейчас при выполнении бэкхенда.
15-15. Не хочет, я думаю, Полина доводить дело на тайбрейк, до тайбрейка. И постарается именно в этом гейме на подаче соперницы решить судьбу первого сета. Ай-яй-яй, Ирина переиграла. Переиграла свою соперницу в этом розыгрыше. И 30-15. Повела белоруска. Немножко можно выдохнуть сейчас Ире. Но тут же нужно собраться и желательно подать первым мячом. Что и делает Ирина, словно услышала мои слова. Мощная и точная подача. Не справляется на приеме Полина Кудерметова. 40-15. Ирина впереди. Два геймбола. Посмотрим, как Полина себя поведет в этой ситуации. Полина просто из пушки расстреляла сейчас свою соперницу на приеме с форхенда кроссом. Просто вколотила мяч. 40-30. Ну вот, без первой подачи Ирине, конечно, тяжеловато конкурировать с Полиной. Но пока справляется. Пока справляется. Ну вот вторую подачу Полина, конечно, атакует. Очень мощно. Блестящая комбинация в исполнении россиянки. И ровно. Да, завелась Полина. Завелась, видно. Посмотрите. Посмотрите на выражение лица этой 19-летней, очень талантливой российской теннисистки, достойной сестры Вероники Кудерметовой, 11-й ракетки мира. Сетбол! Сетбол у Полины Кудерметовой. Подтверждает мои слова Полина. Вообще отсутствует желание у россиянки выяснять силы на тайбрейке в первом сете. И с первой же попытки выигрывает гейм на подаче соперницы Полина Кудерметова. 1-0. В этом четвертьфинальном матче одиночного разряда BTV Women's 60 россиянка Полина Кудерметова впереди. После короткой паузы мы вернемся, и нас ждет интереснейший второй сет. Фортыдан кредитал и долгарах фортыгизетте кәне и мәссәрән шәңгә камри от ва подробнее на фортыгизет мәссәрән камри. Все болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Один XBet. Спонсор спортивных эмоций.
Казгы сәтте Полина Кудырметова джинсіне 1,5 жүзден 12 коэффициент ұсынылса, Ирина Шимановичтің джинсіне 5,5 коэффициент. Трансляция демеушісі 1xbet қолдауымен жүргізілуде. 7.5 осылайша Полина Кудырметова бірінші сеттің соңында жиналып, қарсыласын тайбрейкке жеткізбей ұтып, бірінші сетте енді үстемдікке ие болды. Қазір екінші сет бізде басталды. Полина Кудырметова және де тамаша қорғаныс екінші мүмкіндігінен смеш соққысы. Бұл жерде де Шуманович қалай тамаша ойнады, бірақ үшінші мүмкіндігінен Кудырметова допты алаңға тастады. 15-0. Correct null. 40 love. Есеп тағы да өзгерді. Өте оңай тез жылдам Полина Кудырметова 40-0 есебін тіркелді. Осылайша қазір тек қана бірақ топ тұтса, Полина қайтадан басымдылыққа ие болады. Орталық корта Учижима мен сонымен арасындағы ойында бізде есеп теңесті. 2-2. Негізі сонымен 2-0 есебімен қалып келе жатқан бұл ойында. Ал қазақстандық теннисші сүйер қауымның күтетін ойыны әрине Жібек Құланбаева мен Кубка жұптық сынның жартылай финалы. Өте қиын болады ресейлік қыздарға қарсы, бірақ та біздің қыздар, біздің қыз Жібек Құланбаева барын салатына сенімдімін. Ал Кудырметова 1-0 есебімен алға шықты. Міне өзінің геймін өте оңай сенімді ұтып алған Полина. Қазір енді екінші геймде Ирина Шимановичтің соққыларын қабылдайтын болады. Қазір енді тоқтату мүмкін емес болып тұр Полина Кудырметованы. Айттық қой, осы 7 ойында тек бір ақ сетті ұтылған Полина. Ол кешегі ойында, кешегі 8-1 ширек финалында Полина Кудырметова қарсыласына өзінің, айтпақшы, сол жұптық сындағы дос қызына ұтылып қалған. Және де енді Полина Кудырметова мен Тихонова арасындағы ойынды біз сіздермен енді жұптық сында көретін боламыз. Ирина Шиманович өте жақсы бірінші соққымен есепті өзгертті. 15-0. 226-шы орында Шиманович рейтингте. Енді қазір 25 жастағы Ирина Шиманович көп Билли Джин Кинг турнирінде қатыса бермейді, өйткені Беларусь теннисшілер арасындағы Арина Сабаленко, Виктория Азаренко секілді қыздардың бітімі бөлек. Олар қазір әлемнің ең үздік теннисшілерін қатарына жатады, сондықтан да кейбір кезде Ирина Шимановичке де бір ақпарат көздері көп көңіл бөлмейді өз елінде. 30-15. Қайтадан Ирина Шиманович осы бірінші квадратқа бағыттаған кезде Ирина міндетті түрде допты ұтып алады. 20 жастағы Зейнеп сонымен қазір бірінші рет осы ойында есеп басымдылығына ие болуы мүмкін. 2-2 және сонымен соққыларында есеп 40-0. Шиманович бірден шабуылға көшкен және де 40-15. Ирина осы турнирде 2 рет ойнап, екеуінде де жеңіске жеткен. Зайдилді 6-0, 6-3 есебімен ұтса, бұл енді бір спарринг ойын болса болды деп те айтуға болады. Және де кеше Вюртті 2-1 есебімен ұтты. Сол ойындағы 3-ші сеттің тайбрейктегі есебі 12-10, құрметті көрермендер. 12-10. 6-2 есебімен алда болған Шиманович қарсыласына есеп теңестіруге үлкен мүмкіндік беріп қойды. Негізі бір матч болған ол ойында Вюртта. Ал Шиманович ол ойында тек қана 8-ші матч болынан жапқан екен. 15-0 есеп гейм бойынша теңесіп отыр 1-1. Бірақ 3-ші геймде Полина Кудырметова бірден шабуылға көшіп, міне өзінің бірінші соққысы арқасында есепке алға шықты қайтадан.
Бірінші сеттің ортасында өте көп бапкермен, бапкермен сен төрешімен де спорласып отырған. Бұл жерде эйс, таза эйс, Шимановичке басқа квадратқа қимылдау керек. Аут, есеп 40-0. Осылайша мне әрбір гейм бізде бір 3 минутта жалғасуда, етестес, қазір теннисшілер ойнауда сенімді. 30-0. Және де екінші соқысымен қалай тамаша қазір алдап шықты. Ирина Шиманович, осылайша 2-1 бізде екінші сетте әзірше брейкпойнттар орын алған жоқ. Қарсыластар өте жақсы өзінің соққыларын ұтуда. Жарнама. За наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Продолжается четвертьфинальный поединок между Полиной Кудерметовой и Ириной Шиманович во втором сете. 2-1. Полина впереди. Готовится подавать Ирина Шиманович. На соседнем корте Маюка Учижима играет Зейнаб Санмес. И первый сет Маюка взяла 6-1. А вот во втором 3-2 впереди Зейнаб. Сенсация нашего турнира. Турецкая теннисистка борется на равных с гораздо превосходящей ее по классу Маюко Учижимой. Начала гейм на своей подаче Ирина Шиманович. А крупным планом Полина Кудерметова на наших экранах. 15-0 на подаче белоруски. 15-15. Трансляция наша проходит при поддержке букмекерской компании 1xbet, спонсора спортивных эмоций. Ну и на данный момент коэффициент на победу Полины составляет 1.07. И на победу Ирины Шиманович 7.48. Но мне кажется, это очень много. Есть над чем призадуматься, потому что пока Ирина бьется на равных. Какой же великолепный укороченный удается белорусской теннисистке. Просто идеально исполнила этот сложнейший элемент. Ирина, браво. У Полины не было ни малейшего шанса добежать до этого мяча. 30-15. Тут же следует хорошая первая подача. Ой, хорошая первая подача. И завершала эту комбинацию классическую Ирина Шиманович ударом по линии, плотно прямо под заднюю линию. Но Полина тут как тут. Готова была в защите Кудерметова. И великолепным кроссом она обвела свою соперницу. Достала этот мяч с лёта Ирина Шиманович, но не смогла обработать должным образом. 30-30. Камон, кричит Полина. Отлично пробила она с форхенда, буквально с одного угла корта в другой, противоположный. И Ирина Шиманович была бессильна. 30-40.
Брейкпоинт у Полины Кудерметовой. Реализует с первой попытки. Ирина дрогнула. Ирина дрогнула. И 3-1 Полина повела во втором сете. Полина взяла себя в руки. Вы знаете, было такое ощущение, не знаю, Эльдар, согласишься ты со мной или нет, но что в первом сете Полина, она словно пристреливалась, прибивалась к корту, ошибалась часто, рисковала, но тем не менее держала под контролем. Ну и после таких ситуаций, мой друг Андрей, вы подумали, наверное, что Ирина Шиманович сегодня выиграет очень легко, а на деле вот Полина Кудерметова 7-5, в нужный момент сделала брейк, ну и сейчас как же она пробила защиту Ирины Шиманович, 3-1 с брейком и 15-0 или 0-15, я думаю, здесь счет должен быть по 15. Счет по 15, и ты знаешь, мне кажется, Полина наконец-то поймала волну своей игры и несется сейчас уже на всех парах к полуфиналу. Ну, на данном отрезке, где-то последний гейм в 8, она просто уничтожает свою соперницу. Да, Ирина Шиманович тоже молодец, она выигрывает геймы на морально-волевых качествах, благодаря своему мастерству. Но видно, что все равно где-то Полина может добавить, и когда добавляет, у Шиманович просто шансов вообще не появляются. Да. Ну что, мы с вами уже будем знать после этих пару геймов, кто первый полуфиналист турнира BTV Women's 60? Что, да. Давайте, ну у нас гонка такая, да? Кто же первым оформит выход в полуфинал? Маюка Учижима на центральном корте против Зейнаб Санмес. Там 4-3. Турчанка там во втором сете навязала борьбу и там гонки. По-другому протекает вторая партия, более интереснее. В 6-1 Учижима выиграла первую партию очень легко, довольно легко. А во второй сейчас 4-3 она проигрывает, но подает в восьмом гейме. А у нас по 30. И сейчас Шиманович может использовать побороться вторую подачу, да, и навязать борьбу. Да, мощно приняла Ирина вторую подачу Полины, но прямо в Полину. Ну вот теперь ошибка. Да, заставила ошибиться. И что это у нас это такое? Это у нас брейкпоинт. Но посмотрим, как Полина умеет выходить из таких сложных ситуаций. И по-другому задвигалась, да, Ирина Шиманович. Сейчас вторая подача. Вот здесь бы не ошибиться. Придают сил выигранные розыгрыши, да, такие. И ой, вот он, двойная. 3-2. Так что еще рановато. Полина, мне кажется, позволила себе немножко расслабиться после предыдущего гейма. Но что ж поделаешь, реклама на канале InSport. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Құрметті көрермендер, осылайша екі қатарынан брейк сіздермен біз көрдік. Бірінші болып брейкшісі Полина Кудерметова 3-1 есебімен алға шықты. 30-15 болған. Ал сол 30-15-тен кейін бірден өте керемет ойнаған Ирина Шиманович есепті қазір теннис түрге жақсы мүмкіндік алады. 3-2 және 6-шы геймде Ирина Шиманович топ-тойынға қосады. Көрейік, бақылайық, күтейік. Сонымен болса, бірінші кортта бізде Учижима арасындағы ойында 4-4. Әлі белгісіз кім келесі айналымға шығатыны. Ирина Шиманович топ-тойынға қосады. Аут. 15-0. Полина Кудерметова. Бірінші болып тәуекелге барып есепте өзгеріс әкелді.
5-0. Он без тем, он без мне. Енді Шимановичу зағателесті. Енді он жақтағы алаңда көрудіріміздай Кубка мен Жібек Құланбаева. Екеуі жаттығып, өздерінің ойындарын күтуде. Жыптықсындағы. Отызды он без. Қайтадан Полина Кудырметова асыр алмады тордан. Өте жақсы соққы бірінші, және де 2-1-ді кейін бұл. 3-3 болға жақын, бірақ қыздар теннисінде көптеген жағдайлар орын алады. Қазір егер 2-1-ді допты ұтылса, Ирина Шиманович онда тіпті қайтадан брейкпойнттарға жету Полина үшін қиындыққа соқпас. Тамаша, тамаша, бұл доп, Кудырметова, бірінші рет, осындай қитыртқы соққысымен ұпай ұтып отыр, есеп айырмасы қысқарды, 40-30, әлі бір гейм бол бар. Ирина Шимановичте сол бір гейм пойнтты бірден қазір пайдалануы тиіс, беларусиялық. Бірінші, мұның соққысы бағытталды. Теннис екіне, 40-40. Айтқанымыз орындалайын деп жатқан сияқты. Қатарынан 2-1 де топ тұтылып қалды, Ирина Шиманович. 40-40. Проходите быстрее или садитесь, пожалуйста. Көрілмендер кедірге келтіруде азыр, сол үшін тезірек орынға жайғасын сұраған бас төреші. Қателік. Екінші доппен ойнайды Шиманович. Қателесуге болмайды Ирина, және де геймбол. Геймбол Кудырметоваға. Сәттілік жолдас болмады. 5-4, сонымен Зучижима ойнында бізді есеп. Қазір Маюка допты ойынға қосуда. Ал бізде геймбол. Қайтадан торға тиді Шиманович. 40-40. Неге осылай Ирина Шиманович көп қателеседі? Керек ұпайларды қарсыласына өте оңай беріп жатыр Ирина. Қазір бірінші соққысы дарыған жоқ. Бірінші квадратқа. Екінші доп. Және де екінші топтан Полина Кудырметова брейкпойнтқа ие болды. Міне осы 6-шы геймдегі алғашқы брейкпойнт Полина Кудырметова. 4-1-дегі геймбол болған Ирина Шимановичта, алайда сол мүмкіндіктерін жіберіп алды. Брейк жасауға жақын Полина. Шаршаған сияқты Ирина. Енді жекелеген сынмен қатар жұптық сындарда, ойындарда да жақсы ойнаған Ирина Шиманович. Анапта өткен турнирдің екі жеңімпазы қазір жартылай финал жолдамасын сарапқа салып отыр. 4-2 құрметті көрермендер, осылайша қатарынан 3-ші брейкті біз сіздермен көрдік. Полина Кудырметова енді допты ойынға қосады.
он без 0. 15 love. Fault. 15-0 на подаче Полины. Обменялись брейками предыдущие два гейма теннисистки. Вот 30-0. Вот так вот, словно в кошки-мышки играет Полина Гудерметова со своей соперницей. То давая ей немножечко надежду, шанс какой-то, да, на борьбу. И потом вновь включает она повышенную передачу и берет ситуацию под свой контроль. 40-0. Эйс вколачивает Полина. Три-два с брейком россиянка впереди. Близка к тому, чтобы увеличить счет. Вторым мячом подает. Ирина мощно принимает. И точно самое главное. Молодец. Берет очко престижа. В этом розыгрыше Ирина Шиманович в гейме на подаче Полины. 40-15, еще два геймбола у россиянки. Фолк. Аут. Вновь вторым мячом придется подавать. Великолепно. Эйс второй подачей. Не сильной, но очень точной, крученой, уходящей. Полина Кудерметова в отличном стиле забирает гейм на своей подаче, делая свое преимущество во втором сете 5-2. После короткой паузы мы вернемся вновь на первый корт. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Итак, 2-5 готовится подавать Ирина Шиманович. Ну, а мы бросим быстрый взгляд на центральный корт, где на второй сет подает Зейнаб Сонмез из Турции. 6-5. Турчанка впереди. Первая она проиграла 1-6, во втором 6-5 и подает Зейнаб. Он без 15-0. Сорвала атаку второй подачи соперницы Полина Кудерметова, отправила мяч в сетку. Фокс. Судья фиксирует аут при выполнении первой подачи Ирины. Вторым мячом подает белоруска. Ой-ой-ой, Полина подарила сейчас очко своей сопернице, по-другому не скажешь. 30-0. Это аут. От троса улетел в аут мяч, поэтому... Вторым мячом подает Ирина Шиманович вновь. Ой, Полина вновь срывает прием второй подачи. Вновь она мощно атакует вторую подачу Ирины.
но не всегда успешно завершает эти атаки. Полина в данном случае превратилась это в 40-0. Уже на подаче Ирины Шамонович и вновь срывает атаку подачи соперницы Полина. И под 0 Ирина Шамонович забирает гейм на своей подаче, но счет позволяет вот так рискованно играть российской теннисистке, потому что 5-3 и на матч подает Полина Кудерметова. Первая не прошла подача. Очень мощно пробила Полина. Ирина не справилась с этим ударом. В этот раз Ирина решила атаковать вторую подачу Кудерметовой. Рискнула и ошиблась. 30-0. Ирина Шамонович эту перестрелку мощнейшими ударами с задней линии Ирина выиграла. Под идеальным углом просто решающий удар нанесла белорусская теннисистка. 30-15. Первая не идет у Полины. Это ее расстраивает. Сорок 15. Двойной матчбол зарабатывает Полина Кудерметова. В одном шаге россиянка от выхода в полуфинал BTV Women's 60. И эйсом, уверенно исполненным по линии, Полина Кудерметова выходит в полуфинал второго подряд турнира серии ITF, в данном случае это BTV Women's 60, с чем мы россиянку и поздравляем. Спасибо Ирине Шамонович за борьбу, за красивый теннис временами, но, к сожалению, для Ирины в этом матче Полина Кудерметова полностью подтвердила свое превосходство в классе. Полина подтверждает то, что она находится просто в великолепной форме сейчас. Корты Астаны ей очень нравятся. Прибилась уже, она привыкла. Но и пожелаем Полине удачи в дальнейшей игре на этом турнире. Будет, безусловно, Полина биться за свой второй титул подряд. Ну и поздравляем ее с 8-й подряд победой. Серия Полины продолжается. Нас на очереди еще один супер матч, но чуть-чуть попозже я анонсирую его. А сейчас реклама, и мы вернемся через несколько минут.
Бәрібіздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шаралар